Погодные условия внесли свои коррективы в работу аэропорта Курумыч. Из-за сильного тумана ночью 7 рейсов были отменены. 12 вылетели с задержкой. Видимость на взлетной полосе составляла всего 400 метров. Это крайне мало для безопасного приема на посадку и взлета воздушных судов. Еще 2 внутренних рейса были задержаны утром. Это Самара-Новый Уренгой и Оренбург-Самара. В штатном режиме работа аэропорта была восстановлена только к 9 часам. Сейчас все прилеты и вылеты выполняются строго расписанию.